Приветствую всех подписчиков и зрителей на канале. Немецкий промышленный концерн Adidas основан 18 августа 1949 года Адольфом Дасслером и специализируется на выпусках и продажах спортивной обуви, одежды и спортивного инвентаря под торговыми марками Adidas и Reebok. Сегодня рассмотрим Adidas Simple Phoenix Suns. Модель выпущена для профессиональной баскетбольной команды Phoenix Suns, основанной в 1968 году. Модель у нас редкая, это лимитированная серия. Достать, купить ее проблематично, я думаю, скорее всего, даже невозможно. Похожие модели есть, но данную модель трудно найти. Вот, значит, выполнена модель в классическом стиле. Баскетбольная модель с низким подъемом, голени. Вот. Значит, шнурки классические с надписью клуба. На шнурках также присутствует металлическая деталь с аббревиатурой баскетбольного клуба Phoenix Suns. Вот. Язычок у нас плотный, на языке также имеется эмблема баскетбольного клуба. Язык выполнен у нас в сетчатом материале для лучшего воздухообмена. Также интересная деталь на кроссовке липучка, которая также является фиксатором стопы. Верх кроссовка выполнен из нубука, это разновидность кожи. На ощупь мягкая, приятная кожа. Очень такая качественная. Также на заднике имеется символ Adidas в классическом стиле. Adidas Original. Вот. Интересная деталь, кроссовка внутренняя часть. Отделка у нас также из синтетической ткани, но отделана она капроновой нитью для долговечности кроссовка. Также кроссовок имеет пластиковую вставку, практически посередине кроссовка с двух сторон. Это у нас фиксаторы, держатели пятки, чтобы не подвернуть ногу. Очень крепкий материал, довольно-таки практичный. Вот. Подошва у нас двойная, из пеноматериала и резины. На данном кроссовке пеноматериал у нас показан только частично на внутренней части стопы. Также отделан капроновой нитью. А основная подошва у нас из очень твердой резины. Резина действительно очень твердая и прекрасно держит себя на спортивной площадке.
Прошита она также капроновой нитью по всей длине и имеет значок Adidas Original. На подошве также имеются многочисленные значки Adidas. Подошва разноцветная, в трех цветах: белая, оранжевая и серая. Великолепные кроссовки, вот, очень редкие. Значит, носить рекомендую осень, весна, спортплощадка, тренажерный зал, занятия баскетболом. Ценовая категория в районе 10 тысяч. Кроссовок хоть и редкий, но в цене не такой дорогой, как другие модели. Отличный пробный образец от компании Adidas, который не поступил в массовую продажу. С вами был Серега. До новых встреч!